Привет всем, с вами Жанна. Сегодня готовлю слоеное тесто быстрого приготовления. По рецепту. Для этого понадобится масло, мука, лимонный сок, соль, вода и яйцо. Хочу сказать, что все ингредиенты должны быть холодные. Масло я кладу в морозилку перед тем, как его использовать. Так, для начала муку просыпаю через сито. Масло можно ножом рубить, а я использую терку. Так, и делаю таким образом. Натираю и подбираю муку. Как бы смешиваю. Такое тесто получилось. Мука, перемешанная с маслом. Делаю углубление в холмике таком. Холодную воду. Яйцо взбитое уже. Соль. И лимонный сок. Все это смешаю. И постепенно буду подливать. Конечно, каждый делает по-своему, как приспособился это тесто. Особо сильно его вымешивать не надо. Чтобы не таяло масло. Такое оно получилось. Еще остаются кусочки масла. Так, накрываю пленочкой. Я отправляю в холодильник на пару часов. Прошло 2 часа. Тесто подстыло.
посыпаю поверхность стола слегка мукой. И раскатываю. В принципе, тесто готово к выпечке. Слоеное тесто быстрого приготовления готово.